Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джузе, и мы сегодня будем строить вот такенную вот гигантскую башню, а может быть даже еще больше, и для этого мне нужны здесь ресурсы, по всей видимости, я здесь собираю какую-то руду, и надо мне ее вот сюда приносить, давайте мы ее приносим, оба, и отстроили, смотрите, опа, на первый этаж у нас отстроен, и это башня. Башня у нас будет подниматься все выше и выше вверх. У меня здесь появились какие-то магазинчики. Я не знаю, что здесь можно делать. Здесь у нас есть золотые слитки какие-то. Может быть, с этой стороны у нас тоже есть какой-то магазинчик. С ним тоже можно взаимодействовать как-то или нет. Я не знаю. Но пока что ничего здесь делать нельзя. Видимо, надо... О! Смотрите, какой! Еще у меня есть рабочий, оказывается, который бегает, тоже мне помогает собирать вот это все добро. Так, давай бегаем, собираем. И у меня сейчас есть ресурсы на еще один этаж. Опа! Видали, еще один этаж отстраивается. У нас есть реберт, надо 3 высоты башни набрать, тогда мы сможем сделать перерождение. Опа! Еще построили этажик. А больше у меня ничего не появилось, да? Можем просто вот так подниматься. А нет, друзья, появилось что-то. Ну-ка, давайте-ка мы сюда подойдем. Кстати, можно здесь, видимо, прокачивать, да, или что-то такое. Есть какие-то возможности сделать бустеры. Есть, смотрите, какая тележка. Давайте мы ее заправляем. Или мы не можем ее заправить. Ну-ка, попробуем, давай еще. Забираем. Не, не собирается, но здесь что-то есть. Видимо, что-то можно собрать. И эта тележка... Ой, здравствуйте. Что вы здесь делаете? Копаете? А я могу здесь тоже? Я тоже могу здесь что-то собирать? Или нет? Ну, смотрите, у меня здесь есть рабочие, которые собирают у меня здесь что-то на моих рудниках. Интересно. А что будет, если я еще один этаж построю? Долго ждешь, пока придут робоксы? Но тогда быстрее переходи на сайт rbx3.gg, ведь только в этом магазине есть очень крутой метод лог-пас, благодаря которому робоксы придут на твой аккаунт моментально. Но на этом приятности не заканчиваются. 1000 робоксов в подарок для всех, кто купит премиум статус за каких-то 375 рублей. А это в 2 раза дешевле, чем на официальном сайте. Но в свободное время ты всегда можешь зайти в их группу ВКонтакте, где постоянно проводятся розыгрыши робоксов и работает поддержка, которая тебе всегда поможет, если возникнут какие-то вопросы. Рекомендую не затягивать и переходить по ссылочке в описании и делать самые выгодные покупки на сайте rbx3.gg. Будет что-то интересное, наверное. Смотрите, у меня есть золотая жила, золотая. Давай собираем. Возможно, мне это все пригодится. Так, отлично, 10 золота есть. Собираем здесь, давай еще. Собрали здесь. Так, мне надо 70 вот такой руды, чтобы отстроиться еще дальше. Ну-ка, собираем тогда, давай, собираем. Еще сейчас насобираем, давай. О, все, 70 есть, погнали строить еще один этаж. Давай, бэм. Сейчас отстроим. Кирпички выкладываются, смотрите, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. И этаж у нас завершает свое строительство. Вот, 4-й уровень, что-то должно, наверное, еще появиться. Но вроде пока ничего нового у нас не появилось. Хорошо, продолжаем дальше собирать тогда. Собираем дальше руду. И мне 95 аж надо, да, чтобы 5-й этаж отстроить, обалдеть. Вот это у нас сейчас будет небоскреб гигантский. Эволюция башни продолжает у нас развиваться. Смотрим, во что она дальше превратится. Так, у меня 70 руды есть. Надо еще. Еще пособирать. Давай, собираем. Теперь, давай, вот эти все осколочки, которые попадали, я думаю, мне хватит. А, 95 надо. А, у меня есть 98. Все. Строим последний этаж. Наверное, или не последний. Так. Отстраивается? Вон, строится, смотрите, можно подняться наверх. Давай по лестнице поднимемся наверх. Посмотрим, что у нас там на нашем верху. Опа, отстраивается. Есть 5-й этаж, готов. Вот такая башня, высоченная башенка у нас. Здорово, ну-ка спускаем сюда, смотрим. Можем ли мы сделать реберт? Опа-на, реберт готов, друзья. У меня здесь теперь красная руда. Ничего себе.
и у меня все сбросилось, да? У меня все сбросилось. Надо вначале собирать ресурсы, а потом уже делать реберт, потому что ресурсы вроде как остаются. Так, продолжаем тогда сейчас собирать. Собираем здесь вот это все. Собираем. Давай по максимуму. Сразу следующий этаж. 45 стоит. Надо прям постараться нам быстро отстроить следующие этажи до следующего реберта. Поднимаем вот это все, поднимаем. Давай. И у меня, кстати, скорость постройки должна быть увеличена. Отлично, строим следующий этаж. Вон, смотрите, быстро есть. Построили. Хорошо, кстати, теперь у меня зеленый замок, а у него вон красный замок. Я думаю, у нас тоже будет красный, раз у нас красная руда. Но, видимо, здесь как-то по-другому все вычисляется. Так что я не знаю. Так, собираем, давайте посмотрим. Там у меня осталось, кстати, золото, которое было. Так что ничего страшного, я думаю, мы быстро сможем отстроиться и опять забрать то, что у нас там оставалось. Хорошо, собираем. Так, теперь вот опять 95 надо. О, золотая руда появилась. Я, кстати, так и не знаю, для чего мне нужна золотая руда. А можно вот тут вот отстроиться, да, и у нас будет следующий мир. Вау, следующий мир. Сразу же, вот так вот сходу. Ну, ничего себе. Ничего себе, но я думаю, до следующего мира мне придется здесь очень много потрудиться, очень много. Давай собираем. Собираем, сколько у меня уже? 70 есть. Надо еще немножечко так поковылять. Так, собираем. 92. О, почти. Почти уже насобирали. Так, давай. И все, следующий этаж строим. Сразу следующий этаж. Так, отлично. 120 теперь надо. Вот это уже вызов. 120 руды собрать. Это тебе не шуточки. Это придется нам вообще хорошо так постараться, чтобы вот это все насобирать. А, кстати, то, что у меня здесь руда валяется, я ее не собрал. Она ко мне потом вернется или нет? А чудо, она не собирается ко мне возвращаться. Так, а ну-ка давай возвращайся. Придется, наверное, да. Надо, короче, самому бегать вот это все собирать. Иначе она исчезнет, скорее всего. Так, собираем. Здесь у нас еще есть. Так, хорошо. А как мне прям все собрать? Наверное, надо вот так вот стоять. А я так не могу. Она в любом случае отваливается, смотрите, в разные стороны. И мне ее надо собирать. И смотрите, у меня уже есть 120 ресурсов. Погнали! Строим следующий этаж. Это у нас шестой этаж уже должен быть. Шестой этаж. Вау, там смотрите, как высоко. Выше облаков поднимается с красной башни. Обалдеть. А мне 140 уже надо всего. Да уж, это много, прям очень-очень много. И у меня больше руды здесь появилось. Может, у меня дополнительные работники должны появиться или нет? Что-то не похоже, что у меня должны быть какие-то дополнительные работники. Странно, вроде у меня только один помощник есть. Но хотелось бы еще побольше помощников, чтобы мне помогали строить эту башню еще выше. Может, у меня еще какие-то? Здесь есть места для еще каких-то построечек. Так, давай сейчас это все выбиваем, все эти детали. Так, всю эту руду собираем. Должно хватать 145, я думаю. Здесь есть 145 руды. Так, собираем. И потом пойдем золотую получать. Может, вот это я могу прокачать? Не, не прокачивается. Ладно. А, черт, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть буквально. Давай еще вот так вот, все, теперь точно хватает. Строим следующий этаж. Строится 170 уже дальше надо. Вау, ну вот здесь я золото заберу, конечно. Золото мне надо, забираем. Я, правда, не знаю для чего. Может, вот здесь вот, кстати, у меня есть инвентарь. Ничего нет, есть магазинчик. Здесь у нас за робуксы все. Здесь, о! За реберт монеты можно что-то покупать. Во, у меня 10 реберт монет есть. Я могу увеличить силу, допустим, да, скорость. Можно еще майнеров добавить. Но я хочу вот эту вот штуку прокачать. Во, смотри, теперь я еще больше буду собирать, наверное. Или быстрее, по крайней мере. Так, о, за 2 удара я уже разломал. За 3 удара, получается, да, я разломал. Ну-ка, бэмч. А, нет, смотрите. Ну, просто я больше руды выбиваю, по всей видимости. Вон, смотрите, сколько высыпается. Обалдеть. Очень-очень много высыпается руды.
Ну все, собираем дальше. Так, у меня уж какой уровень-то башни? У меня 7 этажей отстроено, друзья. 7 этажей. Еще 3 этажа надо. Еще 3 этажа поднять. Давай поднимаем. Так, давай. Бей, 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 бей. Давай, 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 давай. Собираем. Собираем, собираем. Отлично. И так, собрали. 2 соточки уже. 2 соточки. Давай строим следующий этаж. Дальше у нас 195 надо. На 9 этаж. Так, давай поднимаем. У нас супер-мега большая башня становится. Отлично. И собираем всю руду. Собирай, 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 собирай. Давай, 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 давай. А что за золото покупать-то можно? Пока непонятно. Для чего нужно золото нам в принципе? Так, сколько у меня уже? Ой, смотрите, я здесь столько понавыбивал. Надо все это пособирать. Теперь собираем, 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 собираем. И отлично. Все здесь. Так, 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 так. Хорошо. И еще вот эту вот штуку, наверное, мы соберем. И сможем еще следующий этаж строить. Так, давай забираем. Уже опять у меня 220 есть. Все, строим следующий этаж. Вон, смотрите, высоко уже, высоко. Дальше 220 как раз мне надо на следующий, на последний 10 этаж, чтобы потом сделать у нас перерождение. Так, собираем, собираем, собираем. Еще собираем. Давай, 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 давай. Силу удара. И давай. Ну что, во, 9 этаж построен. Че так тормозит-то у нас игра очень жестко. Очень жестко игра у нас тормозит. Так, ну теперь собираем вот эти мелкие осколочки. Собираем, собираем, собираем. И у меня 200... Нет, и почти 200 есть. Но сейчас будет 220 уже, точно. Мне этого, я думаю, хватит на постройку следующего этажа. Все, строим. Строим, строим, строим. И можно попробовать подняться. Посмотреть, насколько у нас... Вон, смотрите, гигантская, просто гигантская башня. И она еще дальше отстраивается. Обалдеть. Обалдеть. Вот это, конечно, мощь. Вон, строится последний у нас этаж. Сейчас давайте мы снизу заценим, насколько это вообще высоко. Вот отсюда, если так посмотреть. Ой, что это такое? О, мне рандомная награда дается, да? Ого, смотрите, сколько мне выпало. Мне выпало очень много руды. Обалдеть. А что мне с ней делать, я не знаю. Ну вот такая вот башня у нас. Очень гигантская, 10 этажей. Можно еще сделать ребертик. Например, давай делаем ребертик. Все, отлично, ребертик сделали. И сейчас сразу много этажей можем построить. Опа, видали, как быстро строится? О-о-о-о. Это вот красная башня, как у него, да? Да, а на следующий реберт сколько этажей надо? 15 этажей! Обалдеть! 15 этажей, ну, у нас старт зато хороший. Мы сразу, смотрите, сколько всего здесь строим. Так, 20 уровень, 20 этажей. И у нас будет плюс один рабочий добавлен. Ха! Прикольно, 20 этажей, ну это слишком много, мне кажется, 20 этажей. Так, давай отстраиваем сейчас еще быстренько, быстренько. Уже смотрите, 6 этаж, но я еще, наверное, парочку этажей смогу отстроить тем бонусом, который мне выпал. Сразу, а куда он делся? А он, наверное, сделал реберт, да, реберт сделал. Так, давай еще строим 7 этаж. 7 этаж строится, строится, строится. Так, давай еще. А, можно, наверное, побегать еще, тоже пособирать пока. Пока строится. Почему бы и нет? Почему бы и нет, друзья? Так, можно еще, наверное, прокачать что-нибудь здесь вот в магазине. Так, и прокачиваем, наверное, это что это такое? Скорость постройки, наверное, увеличивается. Можно взять у нас... больше рабочих. А вот это, смотрите, 15 ребертов можно взять за это. Подожди, плюс 15 золото. А, это золото можно за 250. Короче, можно 15 монет за 250 золотой руды сделать. Понятно, понятно, все. Ладно, так, давай отстраиваем следующий этаж. Пока тоже будем бегать собирать. Вон, смотрите, я вообще с помощью этого подарочка, который мне дали, очень быстро отстроил эту башенку. Просто невероятно быстро. Так, продолжаем собирать. Собираем, собираем, собираем. Но, конечно, я уже, вон, 9 этажей опять отстроил. Вау, 9 этажей опять отстроил. Так, давай сейчас еще.
10 этажей, да? 11 этаж мы уже строим. Мы еще и 12 сможем отстроить. Вот это хорошо, вот это очень хорошо. Так, продолжаем собирать, продолжаем. И так, этаж у нас достраивается. А мы пока собираем здесь эту руду до конца. Отличненько, хорошо. И так, давай вот этот и следующий этаж. Так, на следующий уже, на 13-й мне не особо так много хватает, хочу сказать. Уже маловато у меня руды осталось. Ну, почти 13 этажей, можно сказать, мы с вами построили с помощью подарочков. Так, давай собираем. Хотя у меня тоже много руды здесь выпадает. Пока я здесь собираю, пока жду, пока у меня этаж строится. Достаточно быстро мы собираем руды. Так, давай 13 этаж строим. 13 этаж. Вау. Ну, я не знаю, 20 этажей я, наверное, не отстрою. Но вот после реберта, может, я отстрою. Так, 320 надо уже, да, на 14 этаж. Обалдеть. Я прям сходу следующий реберт, можно сказать, делаю. Так, давай собираем. И 320 надо. Блин, не хватает. Так, 313 у меня есть. Так, давай вот собираем вот эту вот руду. Вот теперь мне хватает. Так, на 14 этаж. 14 этаж сразу так. Бэм. Вот это у нас небоскребище. Вот это я понимаю. 345 руды надо насобирать. Сейчас мне давай. Бахаем это все. Бахаем. Собираем. Так, теперь давай еще. Вот так вот. Давай. 345 надо срочно набрать. 345 руды. Так, давай. Вот здесь все, что навалилось. Все собираем. 14 этаж у нас достроился, друзья, достроился. Надо еще вот сейчас соточку руды быстро поднять. Так, давай, забираем. Так, 260, 270. Так, вот, давай, собираем. У меня здесь гости бегают, что-то смотрят, что-то выискивают. Непонятно, что вообще они хотят у меня здесь найти. И так, давай, вот этот последний. Ну, давай, ломай. И забираем вот это добро. Отлично, все. Даже у меня, смотрите, как много всего по X4 повыпадало. Строим последний этаж, друзья. И можно забрать, наверное, здесь золото, которое у меня здесь накопилось. 20 штучек у меня здесь золота. 20 золотых. Это хорошо, забираем, вот так вот, все, золото у нас есть. Вон, смотрите, какая гигантская башня у нас, гигантская, я, наверное, заколебусь на нее подниматься. Скорее всего, да, скорее всего, это у нас будет супер-мега-сложный челлендж. Подняться на эту башню. Следующий этаж уже не будем строить, давайте делаем следующий реберт. Все. Сделали реберт, и какого цвета, интересно, у нас будет сейчас башня? О, тоже зеленый, да? Ну, быстро строится, очень-очень быстро. Могу сказать, и руда у нас желтого цвета. Интересно. Так, собираем. И собираем мы тоже достаточно быстро. Понятно. Ну все, вот такой вот у нас плейс, такая игра. Надеюсь, тебе понравилось. Ты поставил лайк. Ну и, конечно, не забывай подписаться на канал. Ну и, конечно, не болей, не скучай. Пока-пока.